Пожалуйста, пожалуйста. 10. А, нет! Ты! Это очень мало, я считаю. Где Лана? Она только что тут где-то. Да я не могу никуда уже! Смотрите, опа! Молодец! Пожи, да пожи, что? Лана. Оп! Побежали, 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 пожалуйста! Я. И мы были в этой игре, когда Ульяна была еще не премиумная, а сейчас она уже премиумная. Маленькая. А теперь подросла. Что было? Я быстрый такой? Потому что ты молния, Макунь. Пойдемте тогда дальше. Зачем? Ёши, ты сейчас потратишь все. Не сюда. Я тоже хочу. Ёши, не сюда. Ёши, вернись. А сколько у тебя? Мне вот 600. А куда? Куда? Ты хочешь сюда? Нет, Ульян, 600 тебе не хватит. По-моему, так нужно... Так вам туда, а мне сюда, я пока здесь останусь. Ну там, Ульян, там просто тебе в любом случае не хватит... Оп. Да я поняла, я просто, ну что мне делать? Извините. Я же как бы должна что-то делать, я просто побегаю. Это правда. Да, а, слушайте, а как управлять собой? Ну... А, да я не могу. Это, года тренировок. Да боже. Это смешно. Капец, это сложно, блин. Пожалуйста, спокойно, пожалуйста. Оп. Ну я так аккуратно стараюсь. Я уже просто влупился чисто в эту штуку. Так, сейчас две пробегу, смотрите. Оп. Ой, не пробежал. Блин. Не пробежал. Блин. Да я слишком дерганым стал. Да. Да боже. Все, я пошел сюда. Я пошел сюда, мне пофиг. Вот, я здесь взял одну победу. А что ты проходил? Я просто не помню. Тут же важно все четыре пройти. А, я тоже не помню, что я проходил. Подожди. Завершенные этапы. Два. Ладно, у меня два этапа. А какие? Так, остались два сложных. Но у меня лично левый и правый. Остается теперь вот этот и вот этот. Ну, два центральных. Вот тот, где ты, и тот, где вонючесть. Вот это. А где ты увидел, что он завершен? Да я пока делаю. А я просто вот подошел там к этому сундуку, и все. Мама! Чуть-чуть не хватило. О, я видел дважды Лану, которая, видимо, умерла. Да. Опять, да? Я улиточка, я черепаха. Черепаха. Подождите. Ты знаешь, какая-то медитация, знаешь, когда, типа, ну, вот так вот, типа, говорят, закройте глаза и представьте себе тем животным, которым вы хотели бы быть. И Юлиан такая, я улиточка, я черепаха. Я улиточка. Такая чистая, смотрите. Ну все, ты уже не улиточка, Ульяна, уже не получается, уже не то. Ну я, одно, ну Лана умирает. Голова долетела до чекпоинта, да в смысле? Ульян. Я вот думаю, может быть мне купить 10 побед? У меня есть робоксы. Ого. Ты... Ничего себе, богачка, блин. Ой, требую вознаграждения. Требую, ну-ка, тоже. Блин, я нельзя. Да что ты будешь делать? Потребовала, а мне сказали, нет, требуем другое от тебя, чтобы ты потребовал вознаграждение. Ну вот, да. Некрасиво, некрасиво, конечно, да. Так, тропы ничего не дают, ребят. Нафига их брать? Хотя там 1% радужных... Капец, шарик приехал. 1% радужная тропа. Это звучит как план. А это что, бесплатно или платно? Нет, одна победа. Я не хочу победу отдавать. Я тоже не хочу победу отдавать. Тоже не хочу. Ульян, сколько, ты говоришь, стоит 10 побед? 90 бобуксов всего лишь? Мне кажется, в прошлый раз было меньше, я поэтому и не покупала. Здорово. Вернее, сейчас не купила, поэтому... Не поздоровалась. Ульян, ты видела? Она нас игнорирует. Ужас какой. Кошмар. Ты что, вступила в группу? Да блин, я же присоединилась в группу. Видимо, перезайти надо для того, чтобы она... Да-да-да, надо перезайти, иначе не работает. Ульяна пропала. Требуется расследование. О, господи. Требуется расследование. Куда пропал Ульяна? Так, 5 побед. Так. А, подождите, нет, я хочу закончить еще ту зону. О! А, подождите, я вот эту заканчивал? Нет, я почти ее закончил, по-моему, но у меня не вышло что-то. Тут нужна большая скорость на самом-то деле. Так, вернусь, пожалуй, в предыдущую зону. Что ты там говоришь? Да капец, я... дерганая ты. 2000, конечно, дерганая. Вообще. Смотрите, вау, видели? Она просто телепортируется. Ты скоростной муравей, смотрите. Это она, это Лана. Слушай, мне главное пройти эту штуку. Капец, как же она дубасирует. Да ты куда? О, нет. Куда-то... Капец, смотри, ты... я прыгаю. Нифига ты, блин. А ну-ка, нет, это знаешь... Во, да, надо, короче, вот так вот, типа, сделать. Ну, ты поняла. Вот так вот. Ой. Ой. Капец, Лана, видели, поотжиматься решила. Ну, спортом позаниматься, я правильно? Ну, конечно, я согласен, правильно. Ну, это важно, да. Да, да, поддерживаю. Пробую здесь. Да почему она то уходит, то не уходит? Обмань! Капец, очень быстро эти штуки появляются. О, а тут можно прыгнуть сначала. Ладно. Капец, ты куда? Ты куда забралась-то? Слушай, ну у тебя 2000, я вообще не знаю, как ты будешь это проходить. Это очень сложно. Капец, смотрите, крадется муравей скоростной. Сверхзвуковой муравей. Слушай, а нет такого, что если бы ты была супергероиней, у тебя был бы ник
суперзвуковой, сверхзвуковой муравей. Ну там муравей уже есть. А, да? А, да ёлки-палки. Ну, в Марвел есть муравей. Человек. А может она в DC была бы? А, ну тогда да. Сверхзвуковой муравей. Ну тогда я считаю, это очень хорошо. Что ты молчишь, муравей? Я пытаюсь, я слишком быстрая, мне не нужно так скорость. А она слишком быстро отвечает, что чтобы не слышим ее. Сверхзвук. Ой, такое на нюансах шутка. Ладно, может тут посмеется. Так, ну короче говоря, я не знаю, мне не хватит 1 300 скорости. Это очень мало, я считаю. Где Лана? Она только что тут где-то была. Да я не могу никуда уже! Ой, вот это я интересно решил. Бахнуть чисто. А! Страшно. Я уже до половины этой забираюсь. Так как-то ты плохо забираешься, потому что я еще в прошлом видосе это сделал. Алло! Нет, я имею в виду с одного раза. А, что? Ты адекватный человек? А ну-ка смотрим на сверхзвукового муравья. Мяу! Ты видел? Ты что, реально, ты видел? Что ли? Да. Ты чё, я прошла? Ну, теперь я уже не муравей. Ха! Улитка. Чувствует себя улиткой. А теперь идет на работу, смотрите, вот так вот она ходит на работу. Очень не хочется. Буквально. Просто. Не хочется, а потом такая, блин, я опаздываю. Мама, мама, я опаздываю. Я не поела еще вдобавок, мне надо будет и поесть, и подготовить дела на завтрашний день. О, боже. Я забыла дома сумку. Я забыла дома. Боже, слушай, реально очень прикольно на это смотреть. На развитие твоей скорости. Так, смотри, а теперь я тут. Спокойно. Спокойно. Так, оп. Какая нужна скорость? Вот мне интересно, для того, чтобы это все дело... Опа! У тебя какая? Вот опять я чувствую себя улиткой. Какая у тебя была скорость, рассказывай. Я очень медленный, я никуда не спешу. Мне не нужно никуда спешить, я везде успеваю, потому что меня все ждут. Ладно, нет. Я довольно пунктуальный в жизни, кстати говоря. Я очень-очень редко опаздываю и ненавижу это делать, на самом деле. Вот, ну мне никто не даст соврать. Так сказать, у меня тоже проблемы. Я приезжаю вообще куда-либо раньше гораздо. И, возможно, это тоже плохо, потому что, ну, как бы... Ну, для тебя наверняка. Для тебя, да, лишние, как бы, 20 минут, не знаю, я бы лучше посидел дома на креслице, в диванчике посидел бы. Да. Смотрел тики-точки, а не вот это вот все. Ёша, ты мне так и не ответил, какая у тебя была скорость, когда ты это прошёл? А, 2700, ну я прыганул, я хитрец. 1700. Да, где-то так. У меня 600. Блин, я не хочу, все, я покупаю 10 побед, я ничего не знаю. Ульян, ты уверена? У меня 5 побед только. Ульян. Конечно. Уверена? Ну давай, конечно, купи. Уже купила. Ой, ребят, мне кажется, что до 25 побед, то есть до следующей вот этой штуки, мы не доживем. Почему-то есть такое очучение, потому что слишком медленно как-то. Пожалуйста, хочу. Ну как пожить. Это? Ёж, ну нам надо подарок взять, вот это все пройти и забрать подарок. Это очень важно. Ну. Да что ж ты будешь делать? Подарок, да, вот мне очень интересно, что здесь будет за подарок. Возможно, он супер того стоит, типа, знаете, типа он даст, например, нам 100 побед, ну, условно, там, или хотя бы 20. Нет, 10. Не даст. Откуда ты знаешь? Ну, так не может быть. Ну, тот сундук, который за вступление в группу дает что-то, мне дал 1 победу. Угу. Вот. Как-то скудновато. Ну, либо скорость. Скудновато. Либо скорость, либо победа там, что тебе выпадет. Я согласна. Поэтому, в общем, да, я не думаю, что здесь что-то грандиозное будет. Пожить? Нет. Короче, смотрите, 700 маловато для этой штуки. Конечно, для этой штуки, маловато. Я думаю, надо 1500, я думаю, где-то так. По прикольчику. Там еще в конце пойду, можно прыгать. Ты когда прыгаешь, ты быстрее. Там лайфхак. Попрыгай, там без прыжка написано. А где я? Где без прыжка? А, все понял. А вот справа. Да вот тут, я говорю, пойду попрыгаю, а тут без прыжка прям в скобочках написано. Типа, мне просто в прикол, я просто хочу дойти. Оп, аккуратно. Ну там не было, фол! Ульяна пошла туда. Ульяна, а у тебя какие зоны пройдены, скажи, пожалуйста. У меня? Yeah. Здесь никаких. Yeah. А. Но лучше не начинай с той, лучше начинай с... Я хочу здесь. А у меня все равно пока скорости недостаточно, поэтому... А хотя подожди, нет, вообще может начинай, она вроде полегче. Я просто забыла уже. Вот хорошо, вот у меня все, но до последней я вот дошел, и мне кажется, что ее не пройду, потому что здесь нужна скорость явно побольше, где-то 1.3, может 1.5, наверное, вот такие у меня очучения примерно, я думаю так. Да что ж ты будешь делать, как ты меня бесишь, почему? Я вот когда медленно ходила, я нормально проходила, а сейчас я не могу пройти, потому что я слишком быстрая.
Это проблема, кстати говоря. Ну, ты можешь, знаешь, а ты где сейчас? На светяшках этих или где? Да, мне единственное, что осталось... Ты можешь прыгнуть очень сильно в конце, поняла? Да, мне сначала до конца бы дойти надо. А, в этом смысле. Блин, тут тоже надо прыгнуть, наверное, в конце, не знаю. Что-то я делаю такое интересное. Ну, голова вылезла, что такое? Да голова... Ну, елки-палки, ну, голова, пожалуйста. Да хватит! Вот тут, остановись. Молодцом. Так, прошел. Сейчас будем смотреть. У меня скорость 1400, моя скорость сейчас в данную секунду. Тут хватает. Слишком быстрый, блин. А вот так вот, если сделаю. Оп. Ну, пойдет. Оп. Нет. Оп, пойдет. Так, и... А если прыгну? А если прыгну? Ладно, 1500 все-таки не хватает. Все-таки маловато 1500. Опять прилегла, что-то отдохнуть. Сколько у тебя осталось? Смотри, что я буду делать, смотри. Ну-ка, давай. Ну-ка, покажи. Вот это гений мысли. А куда это? А как это вы? Ничего. Прыжок в светлое будущее какое-то, честное слово. Очень светлое. Оп, видала, как я сделал? Ты видела вообще это? Смотри, смотри, что делает этот... О, нет. Капец, вот реально теперь сложно вот здесь вот управлять, потому что слишком большая скорость. Надо дойти до такой скорости, что просто за один пробег пробежать. Ого, ну это долго ждать. Но тогда ты можешь упасть. Это я так не хочу, это долго ждать слишком. Спокойно, ну почему ты прыгаешь? Что ж тобой не так? Так ты же там прошел, нет? Что ж тобой не так? Нет, мне только вот эта штука осталась. Я думаю, что у меня может сейчас получиться. Вот почему-то у меня есть такое ощущение. Прям оп-оп-оп, спокойно. Да там головы совсем и не было. Ну почему? Да почему не она было головы? Так разгоняется, дурная, блин. Ну зачем так? Ты же понимаешь, что ты про себя говоришь? Да это не я. Чего она разгоняется? Да. Не, ну вот это реально не круто. Да какая здесь нужна скорость? Я не поняла. У меня 1600 уже. У нас сегодня проблемы с буквой Ш. Да, это часто бывает. Опа. Итак, а вот и красавец, победитель. Единственный победитель и получатель вот того чудесного сундука. И смотрим. Требую вознаграждения, смотрим, 20. Дойти надо, конечно, до него еще, но это детали. Награда. О, выбор награды. Пожалуйста, пожалуйста. 10. А, нет! Ты, блин! Да, там такая... Ах ты, штучка. Хитрая вонючка. Капец. И чё это? Через 8 часов могу снова? Я думал, один раз это работает, блин. Подождите, а в предыдущей зоне... А чё тебе выпало? Да две победы вонючие. Две победы? Вонючие причём. Она того не стоит. Да, не повезло. Я думала, там минимум 10. А, ну, слушайте. Ну, типа от 10 и дальше. А здесь вообще нет, типа, опции... Здесь нет опции получить. Не-не, там тоже крутится. Ты где? Просто присоединишься. А, первым. Может, я уже, слушай, может, я уже, типа, это ты куда собралась? Капец, ты просто прыжок опять в светлое будущее. Да я уже никогда это не пройду, у меня 3000 почти скорость. Ты аккуратно. Я не могу. Просто бедная, смотрите на нее. Она умерла. Нет, живет, смотрите, живет. Какая умница, смотрите. Опа, молодец. Пожить, да пожить, что? Мне так жалко Лану. Все, я пошла в следующую зону, пока. Пока. Почему пока? Привет. О боже, нифига, рассыпало все. Я могла пройти. Ну-ка, давай пройди. Ну-ка, прыжок. Прыжок. Я прыжок. Прошла, но перелетела. Ты что, серьезно, да. Блин? Ты настолько быстрая, что даже в этой зоне ты проходишь? Да. Жесткая барышня, жесткая. Смотрите, вон она. Я перелетаю. Вот она. Так. Слежу. Прыжок, сейчас. Да, я перелетела! Прыжок! Да ёши! О, нормально. Попала. Здорово, черепаха. Здорово, у меня 22 у тебя. Я поняла все. Но у меня, я же тебе говорил, у меня там завершенные этапы из-за этого у меня, типа. Я вот так бегу, вот так очень быстро. Без прыжка? А что это значит? А, тут хпшку. Хпшку твою хавают. О, нет. Ладно. Там хпшку похавали, ой. Да я поняла. Ой. А что здесь, подожди? Там лава. А, так можно же через нее прыгать. Да. Ну я не могу еще сильно медленно. Хотела сказать короткое, но это немножко не то. Да уж, немножко не то. Но это, конечно... Слышь ты. Ну, в общем, три победы там дается, хотел сказать так. Без прыжка. Вот мне не нравится без прыжка не круто, блин. Ну, в смысле, круто, но... Согласна. Не очень нравится. Так, катись быстро отсюда. Катись. Опа, я погнал, давайте. Ну вот я никак, никаким образом вообще не успею. Слишком маленькая еще скорость. Оп, погнал. Нет!
Слушайте, почти, кстати, почти супер рядом я был. Это кто такой? А это Лана тут такая, смотрите. Ну вот, и мне остается только последнюю штуку эту пройти, но не выходит. Ну сюда даже я дохожу, ёж, с 500 ми. Слышь, ты чё? Переехала опять. Слушайте, ну мне кажется, что вот примерно, ну еще 3-4, и я смогу пройти уже эту штукенцию. Ну вот как бы я за один раз, смотрите, сколько прохожу, я даже сюда дойду. Вот, видали? Я по голове проехала этот штука, этот брусок деревянный, блин. Я успею. Вот, смотрите, я успел. Сказано, сделано, успел, все. Я за один присест, так сказать, пробегаю вот сюда аж. Пон, к предпоследней. Ну, точнее, к последней, строго говоря, но ты пон. И здесь, кстати говоря, 3 победы дается. А это значит, что я смогу пройти в следующую зону. А это что значит? Это значит, что мы увидим, наконец-то, новые испытания. Во. И не пройдем их. Слышь ты, у нас есть время еще это сделать вообще. Ну, так, 1,7. Давайте будет 1,8. Хотелось бы 1,9, конечно. Вот, ладно, 1,9. Давайте будет 1,9. И я попытаюсь пройти все-таки вот эту штуку. Но мне надо 3 победы без вариков. Итак, у меня есть 1,9. И мы ждем брусочек от... Не знаю, мне кажется, он не деревянный, потому что такое дерево. Оп, побежали, пожалуйста. Ну да, я почти, ну почти прошел. Так, давайте, хорошо, сейчас получится. Сейчас 2000 уже, такой весь из себя большой и сильный. Ладно, быстрый. Оп, побежали. Он появился на моей голове прям, но это неадекватно, я считаю. Слушай, 2100. Ты, может, с прыжками будешь? А, с прыжками? А смысла нет, на самом деле. Как это нет? Подожди, мне дальше? Да, мне дальше. Это типа победы, вот сюда. Давай, брусочек, я не буду тебя ждать. А я теперь умная. У меня 1,4. Ага, я стою вот здесь, перед последней вот этой... штучка. И жду, пока у меня пополнится до скольки? До 2, Ёж? Как лучше? Пожалуйста. Ура. Ха, чё, брусочек? Не такой-то ты и крутой. 25 побед. Слушай, я не знаю, ты имеешь в виду, где именно ты должна? Ну, вот последняя это светяшка. Слушай, да чем больше, тем лучше, я думаю, если ты сможешь. Да если я перелечу. Тогда, конечно, не лучше. Не лучше тогда, конечно. Слушай, интересно посмотреть, что там на 25 победах. И мама дорогая. Дали бейджик, зона 3. Потому что сюда я не доходил. Это что такое? Что это значит? Смотрите, что это значит. Это что такое? Это типа, эта штука, она включается. Она показывает мне разные цвета, видимо. И все, так выходит. Не круто, потому что она очень быстро заканчивается. А, это, я думал, на эти красные надо типа наступать, но на них наоборот не надо наступать. Слушайте, ну здесь явно не для нашей скорости, по моим ощущениям, прям не для нашей. Ну, то есть я могу, конечно, здесь посидеть в игре, там, знаете, минут эдак 20, и, конечно, я пройду какой-то из... Не убивай! Спасибо. И, конечно, я пройду что-нибудь из этого... Но без вариков, в данную секунду без вариков. Так что, если хотите, чтобы я снова сюда вернулся, можете написать об этом в комментариях и поставить лайк видосу, потому что прошлый видос вам зашел. А на сегодня это все, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, на колокольчик нажимайте. И всем пока. Пока.